Не секрет, что у нас 1 марта прекращается действие договора между Ситиматикой и Петроваст. Соответственно, они, Ситиматика, увешивали аукционную документацию по вывозу мусора, поиску нового подрядчика, но торги не состоялись. Какова ситуация сейчас? Кто у нас с 1 марта будет вывозить все-таки мусор? И не ожидает ли нас очередной мусорный коллапс? Спасибо за вопрос. На самом деле, Василий Трагирвель, у нас на прошлой неделе, в четверг, в прошлом году, было заседание по отчету оператора по вывозу коммунальных отходов. Этот вопрос был задан мной на имя Андреева, где было четко сказано о том, что никаких опасений нет. Те конкурсы, которые не состоялись, данная организация, которая занимается на сегодняшний день вывозом, они будут продолжать до того момента, пока новый конкурс не состоялся. Новый конкурс планируют провести через 2 месяца. То есть та организация, которая занимается вывозом, они будут.